сейчас, а потом... Да, попробуйте, да, сейчас ногами подвигать. Не получается, знаю, но все равно постараться, как бы. Ну, вот так примерно. Это у нас третья неделя. А ногой покажи, как поднимаешь. Ногой покажи, как поднимаешь. Угу. Еще выше, выше, выше. Вторую. Вторую. Угу. О, здорово. Здорово, отлично. Состояние после сочетанной автодорожной травмы с компрессионно-оскольчатыми переломами тел позвонков, поясничного, крестцового отдела. Состояние после оперативного лечения 8 месяцев спустя. Пациент поступил к нам, лежал, движений нижних конечностей не было, затем стал передвигаться, сейчас уже с опорой на костыль.